На очереди порция свежайших новостей и наша постоянная рубрика «Пока вы спали». Да, и что у нас там интересного было, пока мы спали? Ну. А пока вы спали, друзья, в YouTube появилось новое видео, точнее музыкальный клип, который сделали тюменцы. Да, в День космонавтики его опубликовали не случайно. Это кавер-версия песни «Космос нас ждет» Валентина Стрыкала. Давайте смотреть. Давайте. Нас ждет. Вот такие звездочки нас подрастают, ребятам всего по 13-14 лет. Их группа называется «Неон», а занимаются они в студии «Нота». Таланты, таланты. Великолепно, как нам рассказал художественный руководитель Виктор Борода, все ребята жутко талантливые, сомневаться в этом не приходится. Мы их благодарим за этот такой небольшой творческий, но при этом всем праздничный номер в этот день, 12 апреля, в День космонавтики, чем мы вас еще раз поздравляем.